вашему вниманию вот такой JBL в миниатюре, JBL X PartyBox 100, мощность 80 Вт. Также два широкополосных динамика по передней части размещенные, и сверху там подсветка у нас по центру центральная, и две пищалочки также. Также может на три стороны укладываться, вертикально и горизонтально. Воспроизведение Bluetooth AUX можно видеть, да? Bluetooth USB AUX, диджейские эффекты, ну и габариты. Вот такая с его, скажем так, в маркете Технопарк на сегодняшнюю дату съемки 16 февраля 2022 года. Вот. Вверху у него вот такие, по сути, достаточно простые, но в то же время все, что нужно, на борту есть. Свет, Bluetooth, опять же, включение, усиление баса, ну, разбег по дорожкам и, в принципе, увеличение громкости, уменьшение. Да, с обратной стороны, я так понимаю, у него, наверное, вряд ли что-то будет. Да, а нет, 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 есть, к моему удивлению, да. Сейчас с вами увидим вместе. Здесь у нас размещается 6,3 под штекер разъем для микрофона, для гитары, AUX на вход и выход, USB-шный разъем. Да, вот такой интересный аппарат. Ну и ручки управления. Да. То есть все внешние подключения осуществляем через тыльную стенку, кроме Bluetooth. Вот такой вот интересный небольшой вариант небольшого веса для небольшой комнаты, либо, может быть, для каких-то портативных вещей. Да. Фирменный корпус JBL, ну и подсветка его же. Краткое видео. Все, спасибо всем, удачи, счастливо.